Господне в 4 часа утра. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими сторонами НАТО. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силу. Sie kennen die endlosen Versuche, die gemachte, seine friedlichen Klärung, seine Verständigung über das Problem Österreich, später über das Problem zu Griechenland, Böhmen und Mähren. Es war alles vergeblich. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Данциг war und ist eine deutsche Stadt. Korridor war und ist deutsch. Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства.